Водителям в Кузбассе начали выдавать госномера с кодом Крымского региона. Вместо привычных цифр 42 или 142, теперь на номерах 82. Как пояснили в местном управлении ГИБДД, делается это в целях экономии бюджетных средств и для обеспечения бесперебойной качественной работы регистрационных подразделений госавтоинспекции Кемеровской области. Отмечу, что с 2013 года закон разрешает присваивать транспорту госномера, отличные от принятых в данном регионе. И сегодня в Кемеровской области больше 50 тысяч машин, на номерах которых можно встретить код Новосибирского, Томского, Московского и других регионов страны.